Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, я главный инженер ДОМУ ЦСП, Государственного автономного учреждения Мурманской области, Центр спортивной подготовки. Наше учреждение эксплуатирует данный объект с конца 2015 года, с августа. Соответственно, касательно системы отопления, то, что вот вопрос, она обеспечивает заданные параметры нахождения людей, санитарные нормы, правила. Вниканий на эту систему у нас на сегодня нет. На саму систему, на ее работу, на регулировки, на автоматику. То есть она справляется с поставленной задачей? Да, данная система с своей задачей поддержания комфортной температуры, согласно нормам, она справляется в полной мере. Отлично. Скажите, могли бы вы рекомендовать подобную систему для объектов больших, высоких, объемных, типа вот как ваши легкоатлетические манеж? Я бы рекомендовал данную систему, данные панели для использования на подобных объектах, потому как она зарекомендовалась с лучшей стороны, с точки зрения надежности, качественных характеристик.